команде. А первый идет, там девушка сидит, пишет. Ань, что, уже писать программу? Ну, нет, запустите ВХС-ку. ВХС-ку или... Нет, ВХС-ку, программу пока не надо. ВХС-ку запустите с переговорами потом. Запустили. Можно? Да. Ты вышесть, ты СН ответите? Да, отвечаем. Ребят, проверьте, пожалуйста, наш сигнал. А как? На шанс. Ну, как вы обычно его проверяли? А мы не видим вас. А почему? Потому что не видим. У нас просто, как бы, это объяснить. По-технически. Сейчас. Вы знаете, дело в чем? У нас как бы все равно ваш эфир, который должен был быть в час, у нас его нету, так что бессмысленно сверяться нам с вами. Потому что эфир, который будет сейчас и в 3 часа, нас вот, нам его отменили. А кто отменил? Давай. Ты вообще специально ответьте? Да, отвечаем. Ребят, а будьте добры, уточните, пожалуйста, вам от кого поступило распоряжение об отмене эфира? Конкретно от руководства нашего. Дело в том, что мне сложно сказать, что это было распоряжение, потому что как бы мы, у нас смена меняется в 7 часов утра, уже тут лежит готовая прическа эфирная. И когда были изменения в нее внесены, мне сложно сказать. Без смеха, давай. Так, а где Руслан у нас? Руслан уже вон. Посмотрим, что он найдет. Сейчас должна быть тасовка. Но пока еще не видно. Нет, пока только про то, что нас хотели взорвать. Подождем еще чуть-чуть. Проходи, проходи. Я сократил немножко Чечню. Да, чтобы просто показать. Смотрите, а на Госдуму картинка зала выставляется. Посмотрим. Вот третий. Ты вышесть, ты сам ответьте. Ребят, нам никаких распоряжений не поступало. Мы выходим в эфир в обычном режиме. Если ваше распоряжение вдруг отменится, вы можете выйти на нас в любой момент. Хорошо, понял, спасибо. Не наши, а новости программы «День за днем». То есть ТСН явочным порядком брали из эфира, не объясняя. Владимир Путин отложил намеченную на сегодня двухдневную поездку на Дальний Восток. Была принята министру уточнить, что это сделано по просьбе Бориса Ельцина. Для России, а не нам, женщинам, Владимир Владимирович. Как я?
Оставшись в Москве, Владимир Путин сегодня, вероятно, встретится с лидерами депутатских объединений Госдумы в связи с рассмотрением в первом чтении проекта бюджета 2000 года. Предполагается, что в работе будут принимать участие и министры финансового блока правительства. Бюджет, конечно, надо принимать. Это моя личная позиция. И я эту позицию обосновываю хотя бы тем, что бюджет достаточно серьезно подкрепляет национальную оборону и безопасность. В условиях, когда идут откровенные, широкомасштабные боевые действия на Северном. В воскресенье неподалеку от населенного пункта Червленой федеральными войсками наложен понтонный мост через Терек. По нему вплоть в Чечне активно передвигаются колонны федеральных войск. По данным разведки, в районе Грозного замечены необычные работы, которые проводят боевики. Рядом с мостами и дорогами закапываются бочки, в которые заливается неизвестная жидкость, и работа выполняется с использованием защитных комплектов и противогазов. Переданное ранее сообщение об освобождении сегодня рано утром 4 японских геологов и их переводчиков пока не подтверждается. Интерфакс передал сообщение, что они перевезены с территории Таджикистана в Киргизию. Только в штатном, а не в аварийном режиме. Мотор. В 15 часов мы подробнее расскажем о развитии событий. До встречи. Мотор. Как всегда в условиях развивающейся политической жизни.